важно совместно отстаивать наши национальные интересы на международной арене, противостоять общим вызовам и угрозам. Сегодня наши народы роднят не только общая история, но и культура, традиции и тесные дружеские связи. Именно такая дружба зародилась и объединяет Чаусский район с городом-побратимом Десногорском Смоленской области. Особую роль в патриотическом воспитании молодежи и в деле увековечения памяти погибших воинов при защите Отечества имеет наше сотрудничество с Арзамасом Нижегородской области. Уважаемые друзья, я уверена, что мы в дальнейшем будем поддерживать братские и тесные отношения с нашей союзницей, с нашей сестрой России. Всем вам я желаю крепкого здоровья, мира, благополучия, тепла в ваших семьях, любви и, конечно же, мира нам и нашей братской России. Еще раз вас с праздником. Спасибо.